Добрый день, уважаемые коллеги! На связи Барнаул. Сегодня 16 июля. В кадре Сергей Усенко, эксперт по испытаниям компании Сингента, и кукуруза. Одна из 9 культур, представленных на нашем полевом городе. Полевом городе Барнаул. В данном видео хотелось показать вам эффективность гербицидной защиты посевов кукурузы в условиях Алтайского края препаратами компании Сингента. Начнем с контрольного варианта без применения гербицидов. Первое, что бросается в глаза, это бледный вид культуры, ее явно угнетенное состояние, ведь она проигрывает сорнякам в конкуренции за элементы питания и другие факторы жизни. Сорный компонент здесь представлен злаковыми сорняками, среди которых просовидные, щетинники. Двудольные сорняки представлены щеицей запрокинутой. Горцем юнковым, юнком полевым, опять горец финковый, марью белый, молочаем угозным, красавчик. Также есть гречиха татарская. Она здесь прячется. И на контрасте давайте посмотрим действие препарата Illumis в дозировке 1,8 литра на гектар. Здесь побеги имеют нормальную, присущую здоровым растениям окраску. Мы можем видеть, что сорная растительность подавлена. Часть сорной растительности с момента обработки начинает отрастать, тем не менее она уже не окажет негативного влияния на рост и развитие культуры. А вот так показывает себя препарат Милагро Плюс дозировки 1,2 литра на гектар. Также видим высокую эффективность. Сорная растительность как злаковая, так и двудольная подавлена. Те сорняки, что появились после обработки, уже не окажут негативного влияния на рост и развитие культуры, также на ее урожайность. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего доброго. До свидания.